проект исполнил. Давайте рассаживаемся. Все, кто бежал. Окно можно открыть, наверное? Да, пожалуйста, откройте. Нет, комната. Я открыт. Давайте, минуту на то, чтобы рассесться и устроиться всем поудобнее, чтобы потом не возиться. Музыка это в конце, потом будет презентация. Там уже музыка в самой есть. Итак, вкратце о том, что будет сегодня, будет сейчас. А, как вам уже говорилось, всем тема Средневековой лыжни этого года не просто проекты, а проекты молодежных общественных организаций на базе ваших учебных заведений, школ, училищ, институтов. Та самая платформа, которая и реализует большинство проектов. А мы в этом году разрабатываем не просто, да, как накормить людей рыбой, а как дать людям удочку. Удочку, которая потом будет им в любое время доставлять любое количество рыбы. Молодежная политика сегодня измеряется не только молодежью, но и именно организациями. Сколько организаций, а столько проектов. Чем больше организаций, чем активнее они работают, тем зрелее у нас становится наша молодежь. И не последнюю роль в этом играет и православная молодежь. Да? Сегодня день православной молодежи. И православная молодежь — это флагман всех молодых людей. На них должны равняться все остальные. И это нужно показывать и доказывать постоянно. Потому что люди видят в первую очередь дела, а потом уже слова. И именно тот базис ваших будущих дел и эти проекты вы сегодня и защитите. Защищаться будем по командам. У нас 6 команд, 6 идей, 6 проектов. 6 планов того, как изменить реальность вокруг себя. И начинает наш сегодняшний финальчик проектов команда «Торнадо».